Озеро Виктория. Видишь пустоту вот здесь? Да. После землетрясения открылся проход. Фишер погружается. Боже, еще на футов 200 не меньше. Сэм? Меня что-то укусило. Сэм, что ты там видишь? О, Господи. Сэм! От режиссера фильма «У холмов есть глаза». По виду они пролежали в воде несколько недель. Я хочу знать, что эта дрянь делает в моем озере. Это пиранья. Мы имеем дело с представителем вида пираний, выдержавших 2 миллиона лет назад. Думаю, озеро лучше закрыть. Здесь только мы и 20 тысяч юных лоботрясов. Считай сама. Снимай! Шериф объявляет чрезвычайное положение. Пока бухло не все ништяк! Пираньи охотятся стаями. Первый укус — первая кровь. Кровь привлекает всю стаю. Этим летом из воды живо выживет тот, кто быстрее плавает. Пиранья 3D. Летом в кинотеатрах.